программа «День с толком», в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. И опять встали. На улице Аванесова частично перекрыли движение. Еще один месяц каникул. Не успеваем, но поставили срок 1 октября. Спокойно идем к этому. В Локтевском районе задерживается ввод новой школы. 1 000 000 литров принятой крови. Наверное, сказать, сколько было спасено жизни, невозможно. Алтайский центр крови отмечает 80-летие. Пробки в нагорной части города все никак не закончатся. В краевой столице опять перекрыли улицу Аванесова. Теперь ремонтируют счетную сторону, это подъем на гору. Движение транспорта здесь ограничат до 30 августа. Транспорт от Красноармейского в направлении Змеиногорского тракта направляют по одной полосе нечетной стороны улицы Аванесова. Там нанесена временная разметка. Водители просят отнестись с пониманием. Другую сторону, напомним, здесь перекрывали в начале августа. Тогда это было связано с заменой коллектора. Отметим, в этом году на дорогах Барнаула ведется большой объем работ. Реконструируют 33 участка. Они совпали с ремонтом на коммунальных сетях, поэтому у многих барнаульцев сложилось ощущение, что дороги чинят везде и все лето. Полностью отремонтировано уже 11 участков. На остальных, в том числе на Мамонтово, Энтузиаста, в Комсомольском и Ленинском проспектах, работы продолжаются. А тем временем около 70% пешеходных переходов у школ в Алтайском крае не соответствуют современным стандартам. Основная проблема – отсутствие специальных мигающих светофоров и ограждений. Об этом шла речь на заседании в правительстве края, которое в целом посвятили подготовке к новому учебному году. В основном проблемы фиксируют в сельских территориях. Для их решения региональный Минтранс разработал методички по обустройству переходов и направил их во все муниципалитеты. Но в 34 из них по-прежнему много нарушений. В противовес этому в крупных городах Барнауле и Заринске переходы установлены по правилам. Еще один острый вопрос, который затронули на заседании. Несколько сельских школьных маршрутов до сих пор не получили лицензии на перевозку. Вопрос пообещали решить до 1 сентября. Также задерживается ввод новой школы в Локтевском районе. Там, возможно, придется перенести начало учебного года на 1 октября. Мы с нетерпением ждем, конечно, ввода, предварительно проговариваем, возможность есть по закону у нас переноса на один месяц учебного года, вот начало непосредственно образовательной организации, но работа со 2 сентября совершенно точно пока начнется в таких же условиях, в которых она осуществлялась в предыдущий учебный год. Не успеваем, но поставили срок 1 октября, спокойно идем к этому. Так точно. Ну, хотя об этом надо было подумать еще в июле ведь. Знали, что будет заседание правительства накануне начала учебного года. Ну и точными цифрами уже пришли. Зачем мы здесь разбираемся? Кроме этого, стало известно, что до конца года в крае появится 1100 дополнительных учебных мест. Это позволит снизить количество школьников, которые учатся во вторую смену. Всего в новом году за парты сядут 275 тысяч учеников. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Причина, пояснил министр образования, в том числе в миграции населения. И уже в ближайшие годы Барнаулу необходимо будет найти новые земли под жилищное строительство. Участков для введения более 1 000 000 квадратных метров, как того требует государственный план нацпроекта, просто нет. Переход страны на строительство без долевых вложений тянет за собой новые проблемы, к которым край пока не готов. Тему продолжит Анастасия Дороган. Земли всем может не хватить. Едва Барнауле перевели дух с переходом на бездолевое строительство, возникла новая проблема. Как за 5 лет в рамках нацпроекта ввести в крае 5 миллионов квадратных метров, при том, что основной объем квадратов ложится на Барнаул. В настоящее время город обеспечен земельными участками, отведенными под строительство многоквартирного, многоэтажного и с учетом индивидуального жилищного домостроения в объеме 3,9 миллиона квадратных метров. Если принимать во внимание всю программу, необходимо еще 1 100 000 квадратных метров. Целый 1 000 000 квадратных метров планируют просчитать с генпланом. Как вариант, выход в соседние муниципалитеты. А пока называют точку под застройку во Власихе, в районе горы, новых кварталах, в центре города. Планы на поток, подчеркнули, требуют доработки. Но что общее, у всех участков отсутствуют коммуникации. До июля их прокладывали застройщики, а теперь банки на это деньги не дают. Я сегодня взял землю вообще без торгов. Никто не пошел. Я как единственный участник взял. Это индикатор того, бизнес хочет строить или нет. Не хочет. Почему не хочет? Нет экономики. Мы должны уже сегодня понимать о том, что там нет тех условий,
когда они появятся, когда там появится инженерная инфраструктура. И для того, чтобы там начать строить сегодня, ну просто нет физической возможности. А появление бюджетных объектов, школ и детсадов уже не проблема, а кризис. На этом фоне несколько компаний в Барнауле обанкротились. При строительстве соцобъектов теперь используют федеральный индекс расчета стоимости, он ниже регионального. В итоге компании работают в убыток или просто не берут эти объекты. Сметная стоимость строительства детского сада на 320 мест на основе ФР с федеральным индексом составляет 162 миллиона. А сметная стоимость территориальными индексами по видам работ 190 миллионов. Обсуждение новых для жилищной сферы правил в Барнауле продолжится, а сейчас все силы застройщиков брошены на объекты. Если до 1 октября они успеют возвести дом на треть, то продолжат работу над ними по-старому, без эскроу-счетов. На новые правила пока перешли 4 застройщика Барнаула. Анастасия Драган, Алексей Фризин, «День с толком». Как уговорить корову дать побольше молока, знает доярка из Алтайского края. Оператор машинного доения Лина Чурякова представит Алтайский край на всероссийском конкурсе лучшего по профессии. Накануне отъезда в Уфу с ней встретился Илья Кочетков и узнал некоторые тонкости из жизни и работы доярки. Начало смены в 6 утра, конец не меньше часа дня. И антураж вовсе не стерильно белый, как порой показывают в образцово-показательных фильмах. Да и пахнет навозом, что, впрочем, никак не должно отражаться на качестве итогового молочного продукта. Будем сдаивать первые струйки, выявлять мастит, дополнительный массаж. Подождем, пока подоится, потом нанесем пенку. А сколько обычно занимает это время? Процесс, там на ручные работы, минуты. На каждую корову. Сколько литров дает одна корова в среднем? Ну, 25-30 литров. У нас галштинские, они молочные породы. Элина Чулюкова работает дояркой 6 лет. Говорит, приехала в поселок, увидела коровник и осталась, прикипела сердцем. Работа хоть и непростая, зато зачастую душевная. Есть любимицы, которые больше всего выделяются на своем фоне. Они очень такие нежные, ласковые коровы. 2 года назад Лина уже пыталась показать себя на профессиональном состязании. Участвовала в краевом конкурсе, но тогда первое место не получила. Лучше ее признали со второй попытки, и теперь она представит край на всероссийском уровне. Будет оцениваться все от внешнего вида, чтобы все полностью, теорию, как я знаю, практику, все это будет проверять. Хорошо иметь подход к корове, хорошо знать технику доения, чтобы полноценный выработать рефлекс молодачи, чтобы получить хорошее молоко, качество молока. Окончив смену, Лина прощается с коровками. Впереди у нее далекий путь. Уже 23 августа она будет доить башкирских коров в далекой Уфе. Знает, конкуренция будет большой, но рассчитывает достойно представить свой край. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. Катастрофа, авария, угроза жизни. Часто первыми на помощь приходят доноры. Алтайскому центру крови исполнилось 80 лет. Первое переливание крови в крае провели еще в 1934 году. Спустя 5 лет на базе горбольницы номер 1 была открыта станция переливания. С тех пор многое поменялось. Сейчас центр крови – это большая организация с филиалами по всему краю. Сегодня необходимо всего полчаса на забор биоматериала, а стать донором может любой желающий. Главное условие – это отсутствие серьезных заболеваний и вес более 50 килограммов. Кровь нужна любая, но меньше всего доноров с отрицательным резус-фактором. За 80 лет число людей, желающих сдать свою кровь, начисляется десятками тысяч. Наверное, сказать, сколько было спасено жизни, невозможно. Потому что мы примерно посчитали за 80 лет, сколько было заготовлено донорской крови. И цифра это примерно 1 миллион литров. Поэтому вот сколько людей было спасено. Кому-то литр понадобился, для кого-то и пол-литра было принципиально важно. Поэтому то, что это исчисляется миллионами людей, это точно. О том, кто может стать донором и почему люди делятся своей кровью, смотрите в нашем вечернем выпуске. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас на нашем канале в Ютубе, соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в эфире.